Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Я приветствую всех миром Господа Иисуса. Мы начинаем воскресную библейскую школу Христианской Церкви Маранафа. И я хочу поприветствовать особенно тех, кто только к нам впервые подключился, кто еще никогда не участвовал в наших богослужениях, или кто недавно начал присоединяться к нам. Да благословит вас Господь. Я вас особенно приветствую миром Господа Иисуса. Мы сейчас начнем с вами богослужение, прославление Господу, и по руководству, по откровению Господня мы начнем с взывания, с молитвы о крови Господу. И я приглашаю членов церкви, давайте встанем на колени, чтобы помолиться. А вы, наши гости, если хотите в этом жесте смирения склониться с нами, или как вам удобно. Господь, мы взываем о силе крови Иисуса. И мы так поступаем из-за нашей нужды в прощении наших грехов, в общении, в доступе к Твоему присутствию. Мы признаем, что мы грешники, мы несовершенные, мы спотыкаемся, поэтому мы просим, окропи нас кровью Иисуса, очисти нас, чтобы грехи наши были прощены действием Духа Твоего Святого, чтобы мы могли иметь доступ в Твое присутствие, иметь общение с Духом Твоим Святым. Почувствуй, что Ты с нами, и чтобы наша хвала, наше прославление достигло Тебя, чтобы мы могли услышать Твой голос, Твое водительство, Твое наставление для нас. Поэтому мы взываем во имя Господа Иисуса, говори к нам, Господь. Мы молимся к Тебе с верой. Аминь. Присаживайтесь. Мы сейчас прославим Господа с псалмом, и сразу после этой хвалы вы можете петь вместе с нами, будут титры этой хвалы внизу экрана. Сразу после этой хвалы у нас будет первая часть воскресной библейской школы, когда пастор Жидов Тигейрус поделится с нами некоторыми объявлениями о крови Иисуса. Взываю я к Тебе, Господь мой, потому что в ней прощение, мир, общение, жизнь для души моей. Во дворы Твои я хочу войти, покрытый этой кровью, чтобы видеть славу Твою и поклониться Тебе.
о крови Иисуса, взываю к Тебе, Господь мой. В ней прощение, мир, общение, жизнь для души моей. Во дворы Твои я хочу войти, покрытой этою кровью, чтобы видеть славу Твою и поклониться Тебе. Чтобы видеть славу Твою и поклониться Тебе. Я приветствую братьев и сестер миром Господа. Сейчас мы на нашей воскресной библейской школе. У нас официально вчера началась зима в Южном полушарии. Много чем я хотел поделиться с вами, некоторыми объявлениями, некоторой информацией. И прежде всего я хотел сказать добро пожаловать всем тем, кто подключился к нашей воскресной библейской школе впервые или только начали участвовать и заинтересовались доктриной, учением, которые мы делимся на воскресной библейской школе. Есть определенная последовательность, секвенция этих программ, которые транслируются через разные платформы цифровые, телевидение, наше веб-радио и ТВ, веб-ТВ, Манаим. И прежде всего я хотел упомянуть о тех программах, которые в распоряжении всех тех, кто желает. Вы все знаете наши социальные сети, у нас также есть и бесплатный телефон. Мы получаем много звонков. За 18 дней 2200 человек примерно позвонило нам за последние 18 дней. Это люди обычно звонят с нуждами, в основном одними и те же, там семейные проблемы, болезнь, просят молиться, и духовные трудности. Так 60%, а вот эти три нужды по 20% каждая, да, и есть остальные нужды. Итак, нам нужно молиться за этих людей, об этих нуждах, люди, которые переживают трудности в семье, проблемы со здоровьем и духовные нужды. Так, нам нужно молиться за больных людей и духовные трудности. Когда мы говорим, да, о проблемах со здоровьем, вот этот вот вирус, который все еще бродит, да, и вы уже знаете хорошо, все проинформированы, как пытаться защититься от этого вируса. И я хотел сказать, что наш телефон, он в вашем распоряжении. Вы можете взять и поделиться этим номером. 24 часа в сутки там люди готовы ответить на звонок и помолиться. И я хочу дать небольшой отчет в отношении вируса. Не очень приятно нам говорить об этом. COVID-19. У нас 1126 человек заразилось, членов нашей церкви. Мы потеряли 43 человека, люди, которые отошли к Господу. 544 уже вылечились. И еще 538 человек болеет. Около 50%, да, исцелилось, 50% еще болеют. Мы хотим сказать этими числами, что необходимо, возлюбленные, ходатайствовать, непрестанно молиться. Нельзя ждать
чего-то. Надо молиться о милости, о благодати Божьей, чтобы сила Его явилась и благословила, защитила и народ наш, и также весь мир от этой заразы. Мы провели 90 дней молитвы, и Бог дает нам обетование. Очень много информации мы получили на этой неделе о тех чудесах, которые Бог совершил. И мы ожидаем, что в ближайшие дни что-то появится, что облегчит эту ужасную ситуацию, в которой мы все находимся. И хотим также сообщить, что на этой неделе у нас двое человек отошли на этой неделе. И даже если бы одного потеряли, это очень печально, это больно. Мы скучаем уже за этими людьми. Но мы знаем, что у церкви, у верных есть надежда нового дня, пришествия Господня. И когда Господь пожелает, Он забирает своих во славу Своего имени. Итак, наше слово ободрение для всех и солидарности ко всем тем, кто потеряли близких. И хотим сказать, что пресвитерии в вашем распоряжении, если у вас возникнут какие-то нужды, если это будет у нас, если мы будем в состоянии, мы постараемся, конечно же, вам помочь. Сейчас хотим небольшим отчетом поделиться, который тоже очень важен в отношении того праздника, который был на прошлой неделе. Трубы праздники предостережения. Это была третья трансляция уже. Наш народ, наши пастора, наши церкви, они подвязались хорошо, и у нас был хороший сюрприз. А мы начали собирать уже отчеты. У нас примерно 150 тысяч человек было приглашено членами церкви, которые поучаствовали в наших программах не просто на телевидении, на социальных программах. Там сложно даже посчитать всех тех, которые размножили. Там 200, 300, 400 тысяч человек в таком, через социальные сети и через телевидение также. И мы в конце поделимся этими числами. Но я хочу кое-что еще заметить, прежде чтобы вы имели в виду о том труде, который был совершен церквями нашими, пасторами. В Сан-Паулу один пастор, у него три церкви. Церкви в Сан-Паулу, они как наши в среднем, где-то 120-150 человек. У него три церкви. Представьте, они пригласили 979 человек. Пастор с тремя церквями не смогли пригласить 979 человек. Посмотрите внимательно, да? Это замечательный труд. Работа Святого Духа принадлежит тем, у кого есть управление в руках, те, кто берет на себя ответственность. И мы подготовили отчет. Он еще не точный в процентном соотношении, но что позволяет нам, да, уже что-то почувствовать в отношении цифр, как трудились братья и сестры. На втором месте Рио-де-Жанейро. Первое место Сан-Паулу, второе. Один пастор в Рио-де-Жанейро смог, что его церковь потрудилась, пригласили 502 человека. И Спириту Санту третье место занял, где пастор смог в своей церкви
484 человека пригласить. Потом Пернабуку 425, Минас-Жерайс 363, Сеара 341, Хорайма 247, Парана, Баия 230, Параиба 216, Сержипе 204, Парана 181, Алаго 171, Пиауи 124 и так далее. Мато-Гроссо ду Сул 51. Гояйс в конце 44. Пастор со своей церковью смог эти числа добиться. Для нас это ободряющее, потому что мы все еще, у нас нет еще всех данных, мы не смогли еще собрать, обработать все данные, потому что они все еще собираются, заполняются, и информация поступает все еще. В первый же день мы были удивлены, да, у нас столько информации мы получили в первый же день, да, в прошлое воскресенье, столько было благодарственных сообщений от людей. Поймите, сейчас время не проповеди просто. Проповедь, а это хорошо, говорить какие-то вещи об Иисусе, комплиментами ему рассыпаться, это хорошо, он достоин. Единственная проблема в том, что верующий нуждается. Иисусу не принужны комплименты. Ему нужны люди, которые будут слушаться Его, повиноваться Его воле, исполнять Его желания, кто в Его распоряжении, чтобы совершать Его работу. Не просто говорить о Нем, и своей жизнью показывать, повиноваться Его учению, жить Его словом. Потому что легко комплиментами Иисусу рассыпаться. Он достоин. Это легко. Любой человек может так сделать. Но проповедь сейчас должна быть решительная, чтобы у людей была возможность. Все люди, которые вокруг нас, чтобы они могли услышать вечное Евангелие. И я хотел поделиться, что телевизионные программы, да, ихние управляющие не перестают нам дифирамбы петь за наши программы. Не только в Бразилии, но и за рубежом. Посмотрите, только за рубежом. На второй день у нас было примерно 350 тысяч человек, кто участвовал на нашем сайте, хотели узнать, что это за церковь, что это за праздник. И есть еще одна такая интересная деталь. В Италии, да, там очень много было людей, подключившихся на трансляции. Не только в Италии, в Португалии работа Святого Духа растет, и в Англии, и во Франции, и в Германии. И перевод, который был сделан, да, из языков, на которых транслировалось, да, через разные социальные сети, достигли людей. Много людей подключилось и участвовало. Более 10 тысяч человек на арабском языке подключалось. Я говорю об Италии, да? В Италии там очень большая связь поддерживается, тот труд, который совершается. И кроме этого были еще Куба подключалась, Коста-Рика, Колумбия, Санто-Доминго. Люди подключались из мест, где Ливия, где у нас нет церквей, Эфиопия, Тунис,
Мы еще не достигли этих стран, и оттуда через интернет у нас уже получилось достигнуть с проповедью. И одна телевизионная сеть в Италии, которая имеет охват 15 миллионов человек, да, она транслирует. Они ретранслировали тоже. Такое никогда не происходило, да, в истории Италии, чтобы они позволили евангельские верующие могли проповедовать без всяких препятствий. Это было чудо, которое Бог сделал. Мы делимся информацией с вами и хотим сказать, что мы все еще собираем отчеты других пасторов, других концов. У нас еще 481 пастор, которые еще не сдали отчеты. Я верю, что они не успели, потому что там большое количество приглашенных их, поэтому они еще собирают числа. И мы, я так считаю, что где-то в 3 раза больше людей мы достигли, чем в первый раз, когда мы транслировали другие праздники. Но почему повторять? Уже проповедовали. Это менталитет людей, да? Мир религиозный. Попроповедовал одно, на следующий день надо другое проповедовать, на третий день что-то другое. Все уже все забыли, никто ничего не знает. Работа Святого Духа — это не так. Есть доктрина. Люди заинтересованы. Те, кто слышит нас, они понимают, что христианская церковь Маранафа имеет свою цель. Мы не хотим быть отличными от других людей. Мы тоже евангельские верующие, но у нас есть ударение. Ударение мы исполним, которое оно относится к пришествию Господа Иисуса. Так, я здесь остановлюсь. Мы подождем, когда мы снова уже начнем воскресную библейскую школу и будем отвечать на вопросы, которые были заданы на телевизионной программе «Провозглашая вечное Евангелие», которая транслируется и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье на телевидении. И, конечно же, сегодня в 14 часов будет еще одна программа чудное, которое будет транслироваться. И вечером на богослужении мы будем снова вместе. Мир вам. Слава Иисусу! Да будет прославлено имя Господне за то, что Господь совершил среди нас. И мы продолжим воскресную библейскую школу. Мы споем псалом, и после псалма пастор Жидовти разберет доктринальный вопрос, духовную часть воскресной библейской школы. Очень важно выделить, что мы сейчас в особое время живем в христианской церкви. Маранафа. Мы провели целый период, 3 месяца непрерывной молитвы, 24 часа в сутки. Мы транслировали, ретранслировали это событие, трубы и праздники. Очень много людей получили благословение, приняли Иисуса своим Господом и Спасителем. И многие сегодня участвовали в нашей программе и продолжают смотреть и изучать наши материалы. Сегодня у нас воскресная библейская школа, и программа на телевидении была транслироваться «Хвала верной церкви». И пастор Жидовти, он расширит этот вопрос. Итак, давайте мы споем псалом Господу. После этого пастор Жидовти начнет эту тему. Давайте омоем одежды в крови Агнца. Давайте омоем одежды наши в крови Агнца. Когда вернется Иисус в тот великий день, одежды наши, будучи чистыми, мы будем иметь мир и радость. Они повторят псалом.
Мы снова вместе. Я снова приветствую всех миром Господа Иисуса на еще одной воскресной библейской школе. И вначале я хотел поблагодарить Господа за те блага, которые Он излил на нас за этот период молитвы, ходатайственной, 90 дней, за те результаты этого периода молитвенного, когда мы делали упор на евангелизации. Очень многие люди получили благословение и обнаружили, что существует проект Божий, который исполняется в жизни каждого человека. Многие люди не знают об этом, но некоторые сейчас узнали это для себя за счет слова «спасение». И в наши дни все наши усилия приложились и начиная с воскресенья прошлого, мы пытаемся донести до людей о том, что они нуждаются в благословении, находиться в присутствии Божьем, уповать на Господа Иисуса, научиться молиться, искать лица Божьего, иметь результаты своей жизни, мир. И во время тех нужд, через которые люди проходят сейчас, нужды в семье, в доме, многие проходят сейчас период испытаний, и тема наша, она о хвале. Мы ответим на просьбу братьев и сестер, которые участвуют в программе «Провозглашая вечное Евангелие». И это произошло как бы вчера, транслировалось утром и позавчера на Ютубе, на телевизионных сетях в субботу и сегодня в воскресенье. В субботу с 7 до 8 утра на общественном телевидении эта программа транслируется. Многие могли поучаствовать, посмотреть. И сегодня в 14 часов она повторится на богослужении, на трансляции, также на общественном телевидении, другом канале. И это принесет большое благословение для всех тех, кто будет участвовать в этой программе на телевидении и на Ютубе. И возвращаясь теперь к вопросу хвалы, по просьбе, чтобы мы углубились и поделились немножечко больше о хвале верной церкви. В Бытие 1 глава, 1 стих говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». В оригинале эта фраза звучит «берешит» в начале. Бара – это глагол «творить». Элохим. Элохим – Бог во множественном числе. Им – это множественное число. Вначале сотворил Бог. Берешит бара Элохим хашамаим вет арец. Это первая фраза Библии. Берешит, слово «берешит». Имеет несколько значений. И от этого слова происходят другие слова. И самое важное нам знать, что в этом слове заложено желание Божье, чтобы человек признал творение. Берешит бара. И Бог ожидал хвалу от своего народа, да, а за творение, желание Божье, чтобы человек чувствовал себя хорошо в творении и знал, чтобы Бог это сотворил и поставил человека быть господином в этом деле творения. И для этого желание его было в том: я хотел бы
Это мое желание, чтобы человек в творении мог славить меня, мог понять, что все было сотворено Богом, который любит человека, который рядом с ним, который сделал человека венцом творения. И так всем этим он хочет показать, что он заинтересован в отношениях человека с ним через хвалу. Поэтому хвала — это та форма, которой Бог желает, чтобы человек был соединен с ним. Мы уже смотрели сегодня, вчера, мы видели в программе, которая была опубликована и транслировалась на телевидении, тема называется «Хвала верной церкви». Мы увидели, сколько псалмов и историю церкви через псалмы. Когда мы хотим познакомиться немножечко больше с историей церкви, один из элементов, который углубляет нас в понимании и в знании, познании этого существования, этого развития церкви, это через хвалу, через псалмы. И в программе об этом говорилось, о хвале верной церкви, ранней церкви, как Плиний говорил, как верующий на рассвете нового дня, прежде чем солнце взойдет, они собираются и поют псалмы Богу. Он был язычник Плиний, и он говорит, они поют своему Богу. Он описывал, да, и многие письмена того времени говорят, что хвала пелась на основании псалмов. Были другие псалмы, естественно, которые они пели, но в основном использовали они псалмы, чтобы петь. Это было основание хвалы верной церкви. Это было хорошо объяснено на этой программе. Но сейчас мы немножко пойдем дальше. Что произошло с церковью? Церковь, христианство, да, потеряли свой путь в отношении хвалы. Почему? Потому что после Константина императора, да, когда закончились гонения с 312 года, с Миланского эдикта, христианство начало жить другой фазой. И эта фаза принесла в христианство нужду, которая была естественна для того времени, чтобы они интегрировались к языку того времени, самым распространенным языку, это была латынь. Латынь принесла две проблемы. Во-первых, за счет того, что народ не знал простой этого языка, народ перестал составлять псалмы. За счет того, что они не понимали латынь, которая стала официальным языком того времени. С другой стороны, повеление было еще такое, что могут петь только те, кто знает. И кто знал латынь, только были священники. Там и григорианские монахи, там у них тоже свои песни у них были, они позже пришли, да? И христианство много чего там придумали. Обо всем это упоминалось, да, в программе «Провозглашая вечное Евангелие». И разные мотивы были того, что началось строиться вещи, которые были далеки от апостольской доктрины церкви. Апостольская церковь, ранняя церковь имела хвалу, свои псалмы. Это они пели о своих испытаниях, своих трудностях. Те люди, которые шли на кресты, на костры, на арены, а уже в средние века христианство построило другого сорта прославления,
да, литургию. И они установили границы, ограничения для создания псалмов хвалы. И это оставлено было для церкви, а не для простых людей. То есть. И все меняется, начиная с Лютера, Мартина Лютера. И я бы хотел, чтобы мы сейчас спели псалом. Это хвала на 99-й псалом, если я не ошибаюсь, о Троице. Мы сейчас прославим Бога. Я приглашаю всех вас, кто участвует. Давайте вместе с нами пойте, который мы сейчас поем. Богу, воскликните Богу Всевышнему, ибо Господь благ. Это два центральных персонажа реформации изменили богослужение в церкви. Лютер понял важность музыки в церкви, приближая ее к верующим. Кальвин немножко противостоял конгрегационной музыке, но когда он увидел, пережил ее, он не смог отвергнуть и помог распространять. Экклесиастский язык заменился простым языком и библейскими словами. Поэт-француз Клемент Марон и Теодор Безел, они начали популяризировать псалмы при французском дворе. И два великих музыканта, Луи Буржуа и Клод Годемел, трансформировали 150 библейских псалмов в хвалу поклонения. Среди них Богу, великому благодаятелю, написанным пастором Томасом Кеном, англичанином, который был тверд в своем служении Богу и за это потерял свободу, а потом и жизнь. Клод Годемел был убит в день святого Варфоломея, когда сотни тысячи протестантов были убиты. Богу Всевышнему Благодаятелю, которое известно как доксология, оно превозмогло много доктрин и поется многими верующими во многих странах мира. Все вместе. Богу Всевышнему Благодаятелю. Ангелы и люди, воздайте хвалу Богу Сыну, Богу Отцу, Богу Духу Святому, воздайте славу. Прославь Господа. Это момент прославления, благодарности Бога за победу Его. Ибо Он Всевышний Благодаятель. Он Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Воздайте Ему славу. Все вместе. Богу Всевышнему Благодаятелю. Ангелы и люди, воздайте хвалу Богу Сыну, Богу Отцу и Богу Духу Святому, воздайте славу. Братья и сестры, хвала верной церкви, она рассказывает историю тех, которые жили Евангелием Иисуса, начиная с первых дней,
те, которые были брошены на кресты, на костры, на арены, и в этот момент, прославляя имя Господа и вспоминая мучеников, те, которые прошли, мы увидим историю первого мученика церкви его. Это Стефан. Стефан. Стефан увидел небеса открытыми и Сына Божьего увидел рядом с Отцом. И ангельский хорал, который воспевал Бога, превознося великого царя. Я тоже хочу увидеть всю славу Божью, которая приготовлена для святых, которые будут жить там. И я узреть хочу. Всю славу Божью. Когда Иоанн взглянул, он увидел небеса открытые, и слава Господа явилась. Он увидел царский город, хрустальную реку. Никогда никто не видел столько прекрас. Я узреть хочу всю славу Божью, приготовленную для святых, которые будут жить там. Я узреть хочу всю славу Божью. Илия увидел, как с небес огненная колесница спускалась, и в небеса унесся Божий человек, прорываясь сквозь небесные облака. И я узреть хочу всю славу Божью, приготовленную для святых, кто будет жить там. И я узреть хочу всю славу Божью. Я тоже хочу узреть братья и сестры. Мы обратимся все еще к Ветхому Завету. Мы кое-что упомянули из истории, вспомнили слуг Божьих, которые посвятили себя в прошлом, которые были убиты, даже как вот Стефан, Иоанн, которые посвятили себя. И я хотел после уже средневекового периода, когда началась реформация, я хотел бы вспомнить псалмом, который из песни песней Соломона.
Бог открыл значение ее для работы свою. Она рассказывает о любви жениха к невесте, невесте к жениха. Положи меня как печать. Это текст из книги «Песни песней». Положи меня как печать на сердце свое, как печать на руку твою, ибо сильна любовь, как смерть, и как пламя огня. Многие воды не зальют ее, и реки не зальют ее. Многие воды не погасят эту любовь, и реки не зальют ее. О, ты, обитающий в садах, друзья внимательно слушают голос твой. Дай и мне услышать его. Положи меня как печать на сердце твое, как печать на руку твою, ибо сильна любовь, как смерть, и как и пламя ее, как пламя огня. Ты, обитающий в садах, друзья внимательны к слову твоему, голосу твоему. Дай и мне услышать его. Положи меня как печать на сердце твое, как печать на руку твою. Ибо сильна любовь, как смерть, и пламя ее, как пламя огня. Я хотел сейчас, возлюбленный, показать вам те изменения, которые произошли в гимнах реформационной церкви. Мы здесь увидим группу братьев, которые в тот период, особенно во Франции в 1560 году, гугеноты, да, их называли. Это была группа людей, которых, ну, понятно, называли враги гугенотами, потому что они следовали учению Кальвина. Были лютеране, которые следовали за доктриной Лютера, были кальвинисты. Не было большой разницы доктринальной, но в отношении хвалы, которую то, что Лютер понимал, он был более открыт к хвале, он был преподаватель музыки, и он воспользовался, когда он строил псалмы, он старался не только привести поклонение к Богу, но также и доктрину передать. Он воспользовался хвалой, чтобы учить доктрине. Это была наилучшая форма, способ, и которая осталась в наследстве для церкви. Кальвин, он немножко был ограничен в отношении. Он предпочитал псалмы только на основании псалмов, книги псалмов. А Лютер, он писал псалмы, кроме книги псалмов. Но Кальвин считал, что лучше следовать только псалмам. Итак, мы взглянем на некоторые псалмы, которые были написаны в то время, и мы увидим красоту их, чувствительность их. И начиная с первого псалма,
Первый псалом, исполненный на земле бразильской в Рио-де-Жанейро, когда христиане приплыли в Баию Гуанарабара, Рио-де-Жанейро. Размышление на Словом Божьим, вдохновленными псалмами, который выражал свое желание жить каждый день в Доме Господнем. Итак, истина Божья была исполнена на стихи 5-го псалма, и перевод был сделан Мануэлом да Силвейра. Это было переведено для народа бразильского на португальский язык. Услышь, Господи, слова мои. Внемли, ибо взываю к Тебе день и ночь. Я слаб и беден. И душа моя скорбит. И жаждет Тебя. Излей на меня силу Твою. Прими молитву мою. Ибо на ложе моем я ожидаю солнца. На Тебя я уповаю. Еще один псалом, который был спет в тот период, это псалом 42-й Луи Буржуа из Женевы. Они написали песенник на 600 псалмов примерно. Песен. Это произведение распространилось и сегодня является основой большинства евангельских церквей, да, протестантов. Сейчас будет не один куплет этого псалма. Это 41-й псалом. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, к Богу живому. Душа моя хочет почувствовать Бога. Эта сильная жажда печалит меня. Когда же, о Боже, наступит день, когда радость моя будет постоянной, созерцая лико Твое? И еще один псалом постреформации. Через 200 лет после реформации был написан. Иисус – радость человеков. Иоанн Себастьян Бах ее написал. Иисус – радость моя.
мое наслаждение, утешение и мир. Он снимает боли, облегчает боли и насыщает душу мою. Иисус, мое сияющее солнце. Мое вечное сокровище. И я буду следовать за ним и никогда его не оставлю. Братья и сестры, некоторые псалмы Господь открыл членам церкви Маранаф. У нас есть большое количество, но мы выделили некоторые из них для того, чтобы вы могли вспомнить о них. Да? Очень чудесные псалмы были написаны. Сначала мы послушаем и споем псалом о крови Иисуса, что она имеет силу. Есть сила в крови Иисуса. Сила, доступная для меня. Если я не чувствую сейчас общения с Тобою, Господи, окропи меня Твоей искупляющей кровью. Окропи меня Твоей кровью, о Господь. Окропи меня Твоею кровью, о Господь. Я знаю, что Ты здесь, и я хочу почувствовать это. Окропи меня Твоею кровью. Еще один псалом есть, который был составлен братом нашим. Его зовут Вальдемар. У него целая история. Я мог бы остановиться здесь и уделить, рассказывать только его историю, Вальдемар. Это было бы действительно назидательно. Он жил здесь, в Белавели. Этот псалм называется «Я видел Иисуса во сне этой ночью». Эти Вальдемар Фернандес Бургенон. История его началась, когда он влюбился в музыку еще в подростковом возрасте. И он учился играть на гитаре. Несмотря на то, что его все знали, сердце его было в цепях греха. Несмотря на то, что он пел разную музыку и он жил во тьме многие годы, пока он не отдал свою жизнь Иисусу.
и вместо светских псалмов он начал петь псалмы поклонения и хвала. Одна из них: «Я видел Иисуса во сне этой ночью». И он мог свидетельствовать этим гимном переживания с Иисусом. И он показал, насколько он был хрупок и насколько благ и милостив Господь, когда он своей благодатью вырвал его из тьмы в чудный свой свет. Жизнь его стала инструментом в руках Евангелия. И он всем свидетельствовал о том, что Господь, он при дверях, и что теперь Вальдемар был новым творением. Этой ночью я видел во сне Иисуса, и Он дал мне совет. Не следуй по другому пути, потому что я дверь в небеса. Не следуй по другому пути, потому что в дверь небеса это я. И я молил Иисуса: «Господь, смилуйся надо мной. Я живу, бродя по этому миру, без мира, без утешения. Я живу, блуждая в этом мире, без мира и утешения. Я во сне видел этой ночью Иисуса, и Он дал мне совет: не следуй по другому пути, потому что в дверь в небеса – это я. Не следуй другому пути, потому что дверь в небеса – это я». Голос проговорил тихо в глубине сердца моего: «О грешник, приди скорее, Христос даст тебе спасение. О грешник, приди скорее, и Христос даст тебе спасение». Я видел Иисуса во сне этой ночью, и Он дал мне совет: не следуй другому пути, потому что дверь в небеса – это я. Не следуй другому пути, потому что я дверь в небеса. Братья и сестры, мы заканчиваем уже этот период, короткий, и я хотел бы, чтобы спели еще псалом, который сейчас будет на экране. Новый обитель меня ожидает. Я хочу привлечь ваше внимание, потому что этот псалом был составлен нашей сестрой Ракель Тоскану. Она в 1990 году написала этот псалом примерно. И мы закончим также, понимая, осознавая боль, и участвуя в ней, потому что эта сестра потеряла мужа своего на этой неделе. Это диакон Вагнер. Мы прославим Господа за жизнь этой сестры и за слугу, который отошел в вечность. Давайте споем этот псалом. Новый дом меня ожидает, новый обитель меня ожидает. Обитель новая меня ожидает. Я отправлюсь жить с Иисусом.
Это будет несравненная радость. Я пойду во славу. Это победа. Буду ходить по улицам из золота вместе с ангелами и с царем Иисусом, которому я посвятил жизнь мою, ибо Он умер за меня на кресте. Буду ходить по улицам из золота вместе с ангелами и царем Иисусом, кому я отдал жизнь мою, ибо Он умер за меня на кресте. Братья и сестры, этим вечером мы будем завершать этот период, этот день прославлением имени Господа. Мы приглашаем всех, кто желает. В 8 часов вечера мы будем здесь снова и будем прославлять Господа Словом. Мы благодарим всех за ваше участие на этом богослужении. Славим Господа. И я передаю слово сейчас, чтобы эту программу продолжили с детским трудом. Мир Божий, возлюбленные братья и сестры, как пастор Жидовти сказал, сейчас мы продолжим, и мы помолимся за детей, подростков, среднюю группу, а также за грудных детей от 0 до 3 лет вместе с беременными сестрами. Сейчас они выйдут вперед, склонятся, мы помолимся за тех, кто может склониться. И мы будем готовы к следующему занятию, которое будет дано чисто для детей в это утро. Давайте помолимся Господу, все уже ожидают, да, в молитве. Давайте закроем очи наши и помолимся Господу. Сразу после этого будет продолжение. Будут заданы вопросы для воскресной библейской школы. Так, помолимся. Помолимся. Господь и Бог, Отец наш, мы молимся к Тебе о силе крови Иисуса и просим Тебя о благословении для каждого ребенка, подростка, средней группы, грудных детей, также сестер, которые беременны. Да будет Твоя рука простерта, чтобы благословить каждого, и чтобы они могли принять Слово Твое, то изучение, которое будет дано для них в этой воскресной библейской школе. Благослови, Господь, во всем их и эту библейскую школу. Да будет рука Твоя над нами во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Мир Божий, наше занятие сегодня о хвале, и мы откроем Библию нашу на книге Псалмов, 33, 1 стих. «Я прославлять буду Бога, благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Очень многие слуги Божьи были использованы Духом Святым, чтобы хвалить Бога, составлять псалмы, петь Ему псалмы. И сейчас мы будем говорить о хвале в жизни Давида. Давид был слугой Господним, он был послушный Господу, он был сыном Иессея, он был пастором овец, и он был также музыкантом, он играл на арфе, как вот здесь вот нарисовано. Это струнный, красивый инструмент, и он не... он редкий инструмент. В те времена был царь Саул. Он был царем Израиля, и сердце его было очень печально. Посмотрите, пустое,
без мира, потому что он не повиновался Господу. И он сказал своему слуге: «Ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы прийти поиграть, чтобы хороший музыкант пришел, потому что сердце мое без мира, без радости?» Он сказал: «Я знаю». Слуга его сказал: «Сын Иисеев, он очень хорошо играет, он очень такой храбрый парнишка, способный, я приглашу его, он будет для тебя играть». И вы знаете, кто этот слуга? Этот ребенок знает, кто. Его зовут Давид. И девочка здесь тоже слушала, она сказала: «Давид, тот, кто у кого сердце наполнено Духом Святым». Давид пришел в присутствие царя, а когда он взял свою арфу и начал играть, сердце у царя обрадовалось, пришел мир и радость. Знаете почему? Это те блага, которые хвала приносит: освобождение, мир и, самое важное, радость спасения. И у нас здесь тоже хвала, она помогает нам выражать нашу благодарность, благодарность нашей искупленной души. Наша душа была искуплена Искупителем. Наш Искупитель — это Иисус. Он купил нас Своей кровью. Он пролил Свою кровь из-за любви к нам. Он был пригвозден ко кресту и умер за нас. Поэтому мы имеем истинную хвалу. Хвала, которая вдохновлена Духом Святым. Она исходит из вечности, из дела искупления. Вся музыка исходит оттуда? Нет, есть музыка, которая вдохновлена людьми, человеческим разумом, который исходит из дела творения. Но истинная хвала искупленной души, истинная хвала верной церкви, которая выражает всю нашу благодарность, она приходит из вечности, от Господа. И она вдохновлена Духом Святым. Псалмист говорит: «Так как псалмисты будут там, также мои источники, все мои в Тебе, Господи. И поющие, играющие, все источники мои в Тебе». Это 86-й псалом, 7 стих. И есть хвала, которая пророчествует о возвращении Иисуса Христа. Через это церковь пророчествует. Это очень важный момент, момент, в котором мы живем. Время вскоре. Вскоре Иисус восхитит Свою церковь. Вскоре все, чем мы живем, все пройдет, и Господь придет на облака, чтобы забрать нас, что у нас сердце должно быть благодарное. Такое же сердце, как у Давида. Мы должны быть послушными, мы должны быть хорошими музыкантами. Нам нужно играть для Господа, нужно петь для Господа. Сердцем исполнено благодарность, потому что сердце благодарное Господь ищет истинных поклонников, те, которые поклоняются Ему в духе и истине. Те, которые живут в общении с Господом. И поэтому церковь пророчествует, что через хвалу Иисус вернется. Мы поем, и Маранафа, Господь грядет. И такой же радостью мы выразим всю нашу благодарность каждое время Господу, потому что Он придет забрать наш, и сердце должно быть всегда у нас исполненное хвалы и благодарности к Ему. Ибо мы, верная церковь, приготовлена к возвращению Господа Иисуса. Бог обитает среди словословия народа Своего. Пой, церковь, пой, пой, ибо Бог обитает среди словословия. Пой, пой, пой хвалу Господу, ибо Бог обитает среди словословия. Пой Господу. Бог обитает среди словословия. Бог обитает среди словословия.
Пой, церковь, пой. Пой, потому что Бог обитает среди словословия. Пой. Пой. Пой хвалу Господу. Бог обитает среди словословия народа своего. Пой Господу. Возлюбленные братья и сестры, мы подошли к концу практически воскресной библейской школы, но сначала мы хотели поделиться с вами информацией и задать вам некоторые вопросы, которые вы будете изучать на следующей воскресной школе. Мы с печалью хотим сказать, что диаконос Жуан Батиста ду Сантус сегодня отошел Господу. Жуан Батиста, он был диаконом. 84 года ему было. Это не из-за коронавируса, COVID-19, нет. Он болел раком уже определенное время, и в это утро он отошел Господу. Супруга его Вера Лусия, у него 5 детей и 6 внуков, и мы вспоминаем этого брата, он из церкви Итасиба 6, из Кариасики, он с самого начала работы Духа Святого был среди нас. Он всегда был активен, вовлечен в совершение работы Святого Духа в течение всех этих лет, и Господь призвал его. Пастор его — это пастор Жоэл, и в 6 часов вечера будет похороны на Сеге. Нам нужно быть, конечно, осторожны, следовать всем руководствам, которые даются правительством, церковь Маранафа, чтобы осторожно было собираться вместе, чтобы не было заражения людей, да, заботьтесь о здоровье, будьте осторожны в это время. И мы хотим также поделиться посланием от пастора Жадоти Гейруса от имени церкви Маранафа, он как президент христианской церкви Маранафа, а также пастора и друга этого диакона. Он делится своим словом и молитвой о семье, чтобы Господь мог утешить своих слуг в уверенности, что жизнь слуги, она пророческая, и отшествие тоже пророческое. Все в плане Господнем, все во время Господне. Бог будет продолжать совершать свою работу, и вскоре мы все вместе будем в вечности. Вместе с этим нашим братом и с многими другими, которые уже отошли и славят Бога в вечности уже. Мы сейчас передадим вам 2 вопроса, чтобы вы могли изучать, чтобы пастора могли изучать с молодежью, с подростками, с сестрами. Это направление, да, для изучения, чтобы у вас было направление для изучения и подготовиться к будущей воскресной школе. Так, первый вопрос. Читая книгу Псалмов, 105 Псалом, 48 стих, вопрос задается. Какое происхождение хвалы верной церкви? Итак, тему, которую мы изучаем на этой неделе, я повторю вопрос. Читая Псалом 106, 48 стих, я задаю вопрос, каково происхождение хвалы верной церкви? Это первый вопрос. Второй вопрос на следующее воскресенье, да? Читая послание к евреям, так мы говорили о 105-м псалме, 48 стихе, теперь мы говорим евреям, 13 глава, 15 стих. Вопрос, как мы можем назвать выражение
плод уст исповедующих имя Твое. Я повторю вопрос, читая послание к евреям, 13 глава, 15 стих, вопрос. Как мы можем назвать выражение «плод уст исповедующих имя Твое»? Итак, вот это вот два вопроса, которые остались для вас. Плод уст прославляющих имя Его. У вас будет возможность ответить, прислать нам то, что вы разработаете через наш портал. Все братья и сестры могут участвовать в следующей воскресной библейской школе. И чем, прежде чем мы закончим, мы хотим напомнить вам, что сегодня в 2 часа на каналах Реджи ТВ и Реджи Бразил будет трансляция провозглашения, провозглашая вечное Евангелие, особое слово о хвале верной церкви. И воскресная библейская школа сегодня, она была дополнение, расширение программы. Вы уже заметили, да, что есть связь, начиная с первой программы провозглашая вечное Евангелие, а также познание доктрины. Вам обязательно надо поучаствовать, и также воспользоваться этим ресурсом для евангелизации. Итак, 14 часов будет программа «Провозглашая вечное Евангелие». И в штате Спириту Санту мы транслируем на FM-радио программу «Провозглашая вечное Евангелие». Band FM, Bandi FM, и также радио Реджи Синг. Вы можете поискать в вашем городе эти две программы, чтобы вы могли участвовать. И в конце мы хотим напомнить и пригласить всех на вечернее богослужение. Ведь 8 часов по бразильскому времени, на котором тема будет «Хвала верной церкви». Теперь слово особенно к посетителям будет, ко всем тем, кому нужно иметь переживание с Иисусом, прийти в присутствие Божие, иметь уверенность в спасении, опыт хвалы в вашей жизни. Это будет дополнение, и оно будет благословением для всех вас. Давайте помолимся и закончим это богослужение. Мы славим Тебя, Господь, мы превозносим Тебя, потому что хвала она звучит в нашем сердце. Хвала — это чудный опыт в жизни слуг Твоих. Мы славим Тебя, потому что когда мы живем опытом верных истинной хвалы с Тобою, Бог, ибо Ты пребываешь среди словословия народа Твоего, мы славим Тебя за это, за все, что Ты совершил в эти выходные, за те переживания, за трансляции, за тот опыт, который Ты дал нам. Продолжай быть с нами в течение этого дня, давай Твое благословение, также и в программах, и в евангелизациях. Благослови нас и используй нас как сосуды в руках Твоих, как инструменты для евангелизации, для благовестия. Прими это богослужение. Во имя Твое мы говорим, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога нашего вечного Отца и утешение Святого Духа да будет со всеми нами, возлюбленные на всем народе Божьем, сейчас и вовеки. Аминь. Всем вам мир Божий.